Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и депутат Думы Дмитрий Голубков провели встречу с трудовым коллективом Одинцовского филиала Мособлэнерго. Предприятие также посетили вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов и председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Мы рассказали сотрудникам компании о своей работе за минувшие 5 лет, ответили на их вопросы и взяли в работу пожелания. Наши собеседники отметили, что проблемы с нехваткой детских садов в округе постепенно решается. А вот школьный вопрос по-прежнему стоит остро, сказала Лариса Лазутина. Были вопросы и по мусору. Многие по-прежнему недовольны работой русского регионального оператора. В частности, тем, что в обязанности компании входит только вывоз бытовых отходов, а уборка контейнерных площадок организация не занимается. Это важная проблема, которую надо оперативно решать.